для поднятия вам настроения. С праздничком. С наступающим Международным женским днем сегодня на улицах города поздравил всех встречающихся ему женщин депутат горсовета Артем Бадюков. Дамы, спешащие на работу, удивляются неожиданным цветам и поздравлениям. Кто-то благодарит улыбкой, а кто-то не упускает случая задать депутату несколько вопросов. За пару-тройку часов тюльпанами депутат осчастливил более 500 представительниц прекрасного пола. Этот день особенный. Отличный повод напомнить нашим прекрасным дамам о том, что они самые лучшие. Создать весеннее настроение, пусть таким символическим подарком, но зато от души. Поздравляю прекрасную половину человечества с праздником. Счастья вам и любви.